Как ты подготовился к этой соревнованиям? Подготовка была сложная. It's very difficult preparing. На дистанции было довольно легко. But on the race it's very easy. Своим выступлением. Не на 100%, но процентов на 90%. Not for 100%, about 19%. But we will get in better. Будет чемпионат мира в августе. Как вы будете готовиться? Будем вести подготовку так же самое, как и на данный момент, но будем больше работать над скоростными качествами. It will be the same preparation for European, but will more work with the speed.